Привет, вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть Bioshock. Итак, я уже даже не помню, на чем мы остановились. Этот Фонтейн, он, конечно, жулик, но у него Адам. А значит, он на коне. Бил, как донок. Хорошо. На коне, так на коне. Так. А, точно, все, вспомнил, где мы. Так. Мне нужно пламя. Да вспыхнет пламя. Взяли. Ага. Так. Ничего страшного. Буду играть, да? Размечтались. Так. Расплавим. Что имеем? Обыскать. Фонтейн закручивает гайки, и даже двое выжимает с нас по 80% прибыли, а иначе грозится сдать нас рай, ну если мы не заплатим. Сукин сын. Сэмми Джи выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к констеблю. А на другой день Сэмми Джи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или набить. А если начинаем путь, то кончим мы как Сэмми Джи. Должен же быть какой-то другой способ. Ой. Подожди. Нет, нет, нет. Вот так вот. Вот так. Так, ничего страшного. Так. Потом. Вот так. Да это. Как это будет выглядеть? Блин, мне надо в другую сторону. Вот так, развернуть. Все. Давай, что мы имеем? Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Так. Шоколадку съели. Шоколадку. Так, подожди, подожди, открывать. Так, лужа, лужа. Что еще имеем? Ты не можешь все бросить. Фонтейн отыщет тебя. Эй, к черту Фонтейна. Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. Надеюсь, больше ничего. Только глюк. Так. Я зачем растопил? Тут была куча. Так, я ее растопил. Что я делаю? Вон туда. Понятно. Так, подождите, да? Перед тем, как я туда пойду. Кинопленки. А мне надо бы еще ячеек. Это вот такая штука. О, улучшение оружия. Выберите тип улучшения. Так, увеличение убойной силы дробовика.
бронебойная сила дробовика, давай. Так, хочу все, только одно оружие. Понятно. Еще оружие-то не заряжено. Так, все с вами понятненько. С вами ясненько, все с вами понятненько. Ладно, против папика мне надо будет дробовик, он его хорошо угасит, хотя не знаю насчет гранатомета. Как отлично, дальше плыть будет легко, а я встречу тебя на месте. Так, это что у меня? Я уж не помню, что у меня это, вот это. Задания, записи, сообщения. У меня есть такая штука, чтобы посмотреть. Так, это пауза. А, все понял, это будут направлять же. Электронные устройства. Куда-то логово контрабандистов. Перед взломом объекта заморозьте его, чтобы заморозить. А у меня лед-то не прокачан, то есть не стоит в этом в ячейке-то. Ну давай. Смотрим. Ой. Неплохо. Ну ладно, чё ж, нужного контрабандиста. Я рядом с бухтой субмарин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Так, сотня ярдов. Спокойно. Что здесь у нас имеется? Что имеется? Поменять. А что я могу поменять? Телекинез на заморозку только, да? Блин, телекинез так-то вещь хорошая, конечно. Так. Так. Телекинез на зимние стужи. Вот. Надо будет попробовать. Что мне? Это что-то оружие, да, дает? По крайней мере, забирал, давала, в прошлый раз это она. Ладно. Так, 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 куда? Ой-ой-ой. Я ж тебя заморозил. Так. Иди сюда. Вот так. Вот так. Где ты? Сюда. 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 Увеличу скорость. Взломанное оружие будет стрелять по вашим врагам. Не сомневался. Крис. Столько верующих прямо таки. Кого не клюнь. Все кто-то во что-то верит. Так. Ждали, что станет вроде как свиньями великой цепи. Только цепь самого рая на
оказалась из золота, а наша такая с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Куш-то уж все равно некуда. Так, вот это, по идее, можно взорвать. Я как понимаю, мне надо машину эту запустить или что, или взорвать ее. Как это? Может здесь быть что-нибудь еще? Да все, может быть. Ладно, пойдем. Идем. Вот, блин, тут соплюсь с тобой так. Где я? Покумаренный. Набуханный. Подожди, давай, приходи в себя. Это какая-то бомба. Очень похоже. Нажми на кнопку там, в будке управления, и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Ну, давай. Ты поразвлекся, но теперь довольно. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Что тебе вино дает, я не знаю. Ну, то, что я с него дурею, косею, это точно. О, кофе. Кофе, это уже хорошо. Давай. Кнопку, если нажмешь. Нажми на кнопку, получишь результат. Слышали такое? Так вот. Нам нужен результат. Так. Ну да. Не с места. Всем стоять. Где-то что-то есть, да? Ой. Надо приготовиться к чему-то. Сейчас что-то будет. Здесь у нас что? Ну, можно будет вот по этим баллонам стрелять, если что, отстреливаться. Я так и думаю, что это примерно так оно и будет. Поехали. Посмотрим. Ты там что, замыкание устроил? Ни черта не видно в этой будке. Подожди. Еще секунду, и я вытащу тебя оттуда. Мойра, ты меня слышишь, родная? Это кто, монстр или нет? Я понять не могу. Тут так темно. Если бы твой друг мог взглянуть наверх и увидеть тебя, может, ты сумел бы его предупредить. Если бы ты мог что-то сделать... А не просто стоять тут и смотреть, как он умрет. Ну, вот так. Мутанты. Эка, у меня какие. Они повсюду. Я не могу их сдержать. Надо отступать. Только вытащи мою семью, а потом перегруппируемся как угодно. Так. Погубил. Где еще остались? Сколько вас? Сколько вас? Я бы вас не вижу, если бы видел, было бы, конечно, легче. Я знаю, что ты задумал. На меня только время тратить. Лучше я взломать, пока не надо.
Так. Беги, пока можно! Беги! А мы перегруппируемся! Спокойно. Не во все. Они тебя не послушают. Это моя роль. Моя. Ну и где ты? Как правильно. Т-Рекс. С пистолетом. Револьверный патрон. Пока все нормально. Логово контрабандиста. Ее сохранение, пожалуйста, не выключать. Не выключаю. Денежки-то неплохо. Денежки-то очень даже хорошо. Так, сначала я осмотрюсь, если ты не против. Хотелось бы понять, с чем я имею дело. Беги! Беги и проберись в Аркадию! Господи Иисусе! Все утро провел с этой немкой ученой. Она, конечно, чокнутая на всю голову. Прямо как все эти, которых освобождали из концлагерей. Но она свое дело знает. С ней я столько денег буду зашивать, что Райну и не снилось. Корабль сломался, понятно, взорвался. Ей просто надо подбросить кое-чего для начала работы. Ну и поставить кого-нибудь, кто бы за ней присматривал. Ирландский хрях предложил мне сделку. Я им сдаю Фонтейна, и они меня отпускают. Вот так запросто. Только откуда мне знать, что этот толстяк сам не работает на Фонтейна? Откуда мне знать, что все они на него не работают? У Фонтейна есть Адам, который всем нужен до зарезу. А у Райна язык хорошо подвешен, и модный костюмчик. Даже тут внизу любой критик. В общем, понятненько. Блин, жалко, там кто-то ходил. В лодке был, его взорвали нахрен. Что с ним будет, я не знаю. Так, аптечек нет. О. Мойра, Патрик, в этом весь район. Дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный гун у Радрима. Даже воздух, в котором ты дышишь, это я за него плачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Доберись до батисферы на пологих холмах.
Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачена сполна. Было бы неплохо. Ну-ка, давайте осмотримся. Так. Чайный сад. Давайте вот сюда, наверное. Сначала подойду. Попасть на станцию метро. Блин. Закрыта дверка-то. Дверка-то закрыта. Почему закрыта? И как мне можно войти? Что за... Ладно. Что мы имеем? Помер и фильм и хер. Кто? Кто где был? Сразу говорю, я вас боюсь. Так. Ну, вот сюда, да, можно уйти? Вот это центр. Чего ты ждешь, глупыш? Это прекрасно. Так. Боже, тут есть кто-нибудь? Похоже, каким-то горемыкам уже начали призраки мерещиться. Призраки! Райан мне говорил, что от плазмидов возможен такой побочный эффект. Они повсюду! Память одного бедолаги передается другому через генные образцы. Протечки, чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые призраки. Да уж, в восторге не жизнь, а сказка. Бегать за ними. Призраки. Тут много всего. Нету никого. Так. Наверное, блин, вот так вот. Так маленькая комнатушка какая-то. Непонятно. Тут ничего не очевидно. Эй, сюда! Куда ты? Я как сюда попал? Я через эту дверь попал. Господи, там еще второй этаж. Так, ладно. Мне куда? Сюда? Привет, красавчик! Твою ж мать! Ты меня что пугаешь? Так, ладно. Кто-то мастерит маски, какие-то пугающие штуки. Какая из них реальность, какая нет. Меня сейчас гонять будет. Дурик из меня делать. Хорошо. Ладно. Вариантов нет. Блин, патроны только трачу на этих козлов. Хотя с другой стороны. Не буду стрелять. Ага, все понятно. Может, и не надо стрелять? Так. Растение он выдает какой-то пробак. Потому что это оно и есть. Не понял. Его все-таки можно победить. Ну, мутант, маг, прогресс исследования. Исследовательский бонус, так, уровень увеличен, мутанты могли быть уязвимы для противопехотных.
мне его сначала поймать надо. Все. С него все, что надо, взяли. Где? Так. Нет. Мне будут пооткрывать бы их. А как вот мне их открыть? Как вот? Не открываются. Это плохо. Ладно. Хоть и сфотографировали его. Какой-то бонус. Получили. Что-то он тут химичил. Опаньки. Спрятано. Что ты ржешь? Блин, три патрона. Здесь есть Спасибо, что пришел. Так, вот сойдет. Так. Пистолет закончился. Хорошо. О, пистолет не закончился. Три патрона еще осталось. Нет, чего, аптечка. Надо уходить отсюда, все. А это, блин, так застрянем. Так, если что, на автомат. Хотя что, на автомат? Если что, сразу на автомат. Так, я не понял. Подожди. Ластер. Думаю, он ушел. Но запах его болезни остался. Огонь плохой. От тебя ползем сразу! Так, сейчас вот за ним прийти, да? Как захреначить его? Нормально. Это невыгодно получается. Скажу больше, очень даже невыгодно. Ага. Я толкаю, хотя бы. Иди сюда! О, милый! Я вся такая! Ты плющик! Ты не представляешь! Так по мне стреляли, что ли? Я не хочу причинять боли, но иногда приходится. Так, это что это? Фонарик красный. Фонарик красный. Пусть истекает кровь. Процедура
возрастание увенчалось успехом. Малютки в одиночку не производили достаточно адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Моллюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание, что дает нам в 20-30 раз больше пригодного к использованию адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит: терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек, и проблема будет решена. Спокойно, ешьте мне. Я счастлив. Счастлив, так. Так, надо вот сейчас вот аккуратненько ее вывести из строя. Ну давай. Начать. Так. Ох, у меня тоже что, заморозка же есть, точно. Вот призраков можно замораживать, я так думаю. Так, а как тебя развернуть-то? Вот так. Так. Где ты? И вот так. Все нормально. Добро пожаловать! Аптечка, инъекции, жидкий азот. А зачем мне так? Жидкий водород для химического огнемета замораживает объекты при длительном применении. Так, наполи для химического огнемета. Наполи особенно эффективен против целей, уязвимых для огня. Применение. Ну, не знаю даже. Блин. Да ладно, пока ничего не надо. Что-то мне принес? Ты что-то мне принес, так? Мороз по коже. Сейчас заморозим тебя. Только зря время теряем. Ну как, кстати, вот так вот. Они еще вернутся за добавкой. Вот так вот если. Добро пожаловать. Охрен там. Нет. Я умнее тебя. Ну что ж, я думаю, на этом все. Это вопрос времени. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока.